Танцевальная группа из Асбеста заняла второе место на Всероссийском фестивале в Москве. Это очень серьезный результат для группы «Чадушки». Ведь возраст артистов всего 4 года. Ребята изучают современный танец всего 1,5 года. Коллектив активно участвовал в различных фестивалях и конкурсах, но на уровень Москвы не замахивался. Организаторы фестиваля «Салют звезд» пригласили наших юных танцоров сами. Это очень большое достижение для детского коллектива, учитывая, что статус фестиваля всероссийский. Вот нам позвонили из Москвы. Это продюсерский центр «Бест». Мы прошли несколько отборочных туров. С этим продюсерским центром вышли в финал. Ну и, соответственно, поехали в Москву уже защищать свое право на участие в финале. До Москвы танцевальная группа «Чадушки» добиралась самолетом. Удовольствие не дешевое, поэтому в том, что поездка состоялась, есть немалая заслуга родителей. Собирали, можно сказать, всем миром. Участвовали все, родственники участвовали, то есть сборов сами тоже. В одной возрастной группе с «Чадушками» было 14 команд, отобранных со всей России. Выдержать такую конкуренцию юным артистам было непросто. К тому же и программа выступления у ребят была насыщенная. На фестивале они показали сразу 4 танца. Ну, губки бантика. Лягушки, модницы и шашлык. Страшно вам было танцевать? Нет. А почему не страшно? Потому что там зрители были с настроением. Буквально через неделю после участия во Всероссийском фестивале в Москве танцевальная группа «Чадушки» выступала в Екатеринбурге, уже на международном фестивале, где получила достойное звание лауреата 3-й степени. Сами юные участницы группы к занятиям относятся ответственно и свои планы на будущее связывают с танцами. А когда вырастешь, будешь дальше танцевать? Да, другие танцы еще. А кем будешь, когда вырастешь? Ну, принцессой. Вполне возможно, что не просто принцессой, а принцессой танца, а в дальнейшем даже королевой. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, новости АТВ.